Ломаченко Ригондо. Только что я сказал, что вот Ломаченко будет в будущем сложно найти соперников. Поединок продлился 6 раундов. И, в принципе, с первого раунда мы видели, что Ригондо нацелен на то, чтобы защищаться. Он, конечно, классный тоже боксер. И так, отменная защита. Ломаченко очень неудобный. Я думаю, что соперник удивил тем, что он слишком быстро для него. Потому что Ригондо думал, что он придет другого веса. И пускай он наступает, ему в плане роста, но у него как бы все-таки руки тоже длинные, и он как-то сможет достать Ломаченко, но бой показал, что Ломаченко хороший в атаке и в защите, и, в принципе, во всем. Наверное, все-таки уникальный боксер, который действительно, да, уже достиг очень такого высокого уровня. И подобраться к нему и на ринге, я думаю, как-то очень сложно. Потому что у него навыки очень такие хорошие, оборонительные, атакующие, он очень все хорошо умело комбинирует, и работа ног отменная, и наносит много ударов. Но он как бы не отсиживается на том, что вот он там в начале раунда нанес пару ударов, и как бы набрал очки, и можно там отдохнуть. Нет, он старается в течение всего раунда прессинговать соперника. Хорошо как бы держит боксера соперника у канатов. Да, вот это он очень четко, грамотно умеет, не дает такой передышки, и соперник постоянно ощущает его давление. И он ощущает, я думаю, тоже, что Ломаченко доминирует и как бы проходит бой по его правилам, можно сказать, да, в его стиле. В том стиле, что, как, который нужен ему. Очень неудобен, очень как бы хорошо уходил от ударов тоже, и в то же время наносил намного больше ударов. Ригондо пытался как-то, может, там огрызаться в каких-то моментах, но шансов у него таких реальных все-таки, я думаю, не было.